я его ведущая Катюша. Сегодня у нас необычная вечеринка, а завершающая в этом году. Подводя итоги этого года, могу с уверенностью вам сказать, что танцевальный рай – это самая постоянная и самая классная вечеринка. Ну а сегодня на сцене клуба «Голливуд» выступит брутальный романтик Макс Барских. Подруга ночь сегодня с нами. Пойдемте смотреть концерт и наслаждаться раем. Подруга ночь, мне не до сна. Не хочу домой, там не ждут меня. Подруга ночь, ты не одна. Вези меня туда, где там всегда. Частям. Жизнь станет непросто. Ты забрала воздух и разбила любовь. Подруга ночь, мне не до сна. Не хочу домой, там не ждут меня. Подруга ночь, ты не одна. Вези меня туда, где танцы до утра. Этой ночью город замирает, и сегодня мне хорошо. Подруга ночь, мне не до сна. Не хочу домой, там не ждут меня. Подруга ночь, ты не одна. Вези меня туда, где танцы до утра. Я хочу танцевать.
может, мне будет стыдно молчать. Если захочешь, я приду к тебе ночью, повторится опять. Ну а пока выходной, и мне не важен никто. Я сегодня пришел сюда напиться, я опять холостой, и нет кнопки стоп. Мне нужно забыть, все забыть. Все дальше! Ты знаешь, мне наплевать. Макс Барских отлично, это самый мой любимый певец украинской эстрады. Макс Барских, нравится вам? Обожаю! Всегда потрясающе, очень круто! Макс Барских лучший! Большое вам спасибо, Таня. Спасибо. Мне было очень приятно быть сегодня с вами. Я желаю вам сегодня хорошего, незабываемого вечера, чтобы вы открывались по полной, чтобы ваша подруга наш была сегодня с вами. Спасибо. Макс, спасибо тебе за потрясающий концерт. Очень здорово. Такая энергетика от тебя шла просто потрясающе. Как ты поддерживаешь такую форму, брутальность? Что нужно сделать мужчине, чтобы вот быть таким, как ты? Не знаю. Нужно родиться мной, наверное. Спасибо огромное. Мне безумно приятно. Мне сегодня было очень приятно выступать на сцене в Таллине. Я, к сожалению, не так часто выступаю, как хотелось бы, но каждый раз меня принимают тепло. Каждый раз люди поют мои песни. Мне безумно приятно, что меня здесь знают, что меня здесь любят и что меня здесь ждут. Как тебе вообще наша вечеринка «Танцевальный рай»? Отличается ли она чем-то? Как понравилось? Очень-очень круто, очень необычная, конечно, сцена. Я первый раз на такой выступал, когда зрители здесь и там. Конечно, было сложновато немножко, но, по-моему, справился. Зато было много места, чтобы разойтись, растанцеваться и просто получать кайф. Ты отжигал классно, спасибо, все у тебя получилось. Скажи мне, как ты проводишь свободное время? Активно или просто релакс полный? Ну, сейчас у меня свободного времени практически нет. Сейчас вот каждый день выступления. Вот мы сейчас спаковываем вещи в аэропорт, и завтра у нас выступление на следующей площадке. И в свободное время, если находится минутка, то я сплю. Как ты планируешь провести Новый год? Пока не знаю, но, скорее всего, на сцене. Какие у тебя пожелания для наших телезрителей? Новогодние или просто? Можно новогодние или просто, я желаю просто всем, от души. Я желаю всем очень много радости, счастья и улыбок. Хочу, чтобы вы каждый день просыпались и на вашем лице сияла радостная и счастливая улыбка. Спасибо тебе большое, Макс Барский. Спасибо. Увидимся в следующем году, 8 января, «Танцевальный рай», новогодний разгуляй. Вместе с Тамерланом и Аленой с Украины. Люба! Боже мой! Господи! Володя, подержи мне волосы! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, что это? Я улетаю!